Всем привет, с вами снова ваша Даша, и мы продолжаем играть в Genshin Impact. И я предлагаю сегодня поиграть за Фишель, она прям такая секси-пекси. Ох, тогда... I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, am the princess in different earth... Хорошо. Так, предлагаю поиграть за нее, и нам нужно ее прокачать. О, у нас какие-то достижения даже есть. Камень истока дали еще. Выполните следующее достижение, чтобы получить именную карту. А что надо сделать? Ничего не понятно. Ладно, давайте прокачаем персонаж. Так, для начала добавим артефакты. Что ей лучше подойдет? Так как-то ничего не особо не подходит. Ну, давайте наденем это. Так, дальше цветочек. Оу, какой-то прям есть крутой. Ну, вот это получше для нее. Ладно. Не особо вижу разницы. Думаю, это подойдет. Так, и тут еще что-то. О, вот это подходит. Так, и тут вот это. Хорошо. Это у нас выбрано. Да. Так, теперь нужно глянуть оружие. Может, у вас есть что-то получше? Нет, наверное, это лучше. А может, вот это взять? Ну, раз мы на ней играем. И мы его прокачаем еще. Почему бы и нет? Хорошо. А, подождите, я еще хочу добавить. Может, все, что второго уровня? Вот так. А, тут есть авто, да, точно. Авто. Вот так. Так, это у нас уровень 6. Уровень 8. Не, вот это я не хочу. Можно там что-нибудь? Я не знаю. Вот это. Как убрать кристаллы? Я не хочу убрать. Заменить, не знаю. Да я понимаю, что заполнены. Как мне убрать? Я не хочу кристаллы. Пожалуйста, уберите. Вы серьезно? То есть мне вот так поштучно надо убирать? Ладно, давай чуть-чуть оставим. Все, приступить. Ну и что, что он был... О, смотрите, она устала до 12-го. Так, я поняла. Все, ладно, не хочу больше увеличивать. Я думаю, атаки 81, но нам хватит вполне. Так, артефакты, созвездия, таланты. Персонажи. Таинственная девушка, называющая себя принцессой осуждения и путешествующая в сопровождении ворона по имени Оз. Давайте повысим ей уровень. Так. Сколько отдадим? Штук 20. Стабильно можно отдавать. Подтвердить. И тут еще тоже штук 20. Можно даже больше. Давайте. У нас денег нету. Всего лишь 19-й. Хорошо.
Так, и давайте в отряд. В отряд поменяем. Тебя возьмем. И. А, она пускай остается, почему бы и нет. Хотя нет, давайте лучше возьмем вот ее. Она вроде прикольная была. Все. Ну, сегодня поиграем за Фиши. А за Сахарозу, может быть, в следующий раз. Попадем. Не особо. О, попали. Вот это я понимаю уже урон. Потому что до этого мы почти ничего не могли сделать. Ну, туда мы явно не долетит. Но далеко, далеко летит стрела. Ладно, посмотрим, что у нас по сюжетке. Нам надо вернуться. А, я поняла. Телепорт. Не знаю, что нас сегодня ожидает. Пойдем немного по сюжетке. Может, поразговариваем с жителями местными. Они нам дадут какие-нибудь еще задания второстепенные. Потому что сюжетка, конечно, это интересно. Но помимо сюжетки тут есть много всего. Можно будет сходить, спросить. Может, какие-то есть задания в гильдии. Не уверена, но почему бы и нет. Не проходите мимо, сегодня в Дале Ангелов действуют акции на все напитки. Ох, ну и давненько же это случилось. Таверна Доля Ангелов была открыта владельцем винокурни Рассвет, в то время как сама винокурня еще достраивалась. Сейчас делами Доли Ангелов заведует господин Делюк, нынешний владелец винокурни. Таверна в самом деле процветает. Все знают, что Доля Ангелов лучшая таверна в Манштате. Когда у господина Делюка хорошее настроение, он сам встает за стойку и дает Чарльзу выходной. Это, подожди. Чарльз, это кто? Он очень похож на тебя, дружок. Если тебе доведется встретить господина Делюка, прояви уважение. Он одна из самых влиятельных личностей Манштата. Расскажи о себе. Я дам тебе маленький совет. Будь осторожной с бутылками в таверне, даже если они на вид кажутся дешевыми. Однажды я случайно разбил бутылку вина, и оказалось, что она из личной коллекции бывшего хозяина. Видишь тот огромный дом напротив? Так вот, та бутылка стоила дороже, чем этот дом. По моим подсчетам, чтобы полностью возместить ущерб, мне нужно отработать еще 48 лет без перерывов на сон и еду. Могло быть и хуже, наверное. Ладно, нужно отрабатывать свою свободу. Хе-хе-хе. А почему его не озвучили? Он настолько... Ой, он настолько провинился, что его даже не захотели озвучивать. Бедняга. 48 лет без перерыва на сон и еду. Так что вот, ребята, алкоголь и барухи ведут к недобру. С возвращением! Небесная лира, у вас получилось! Редкое дерево, украшенное узором ветра, прохладное на ощупь струны, она совсем не изменилась. А, боже, простите, я уже начала дальше читать. Ну что, Венти, теперь ты можешь призвать Двалина? Небесная лира — это настоящее сокровище, но, к сожалению, она не работает. Последний раз на ней играли больше 1000 лет назад. Ее анема сила иссякла. Теперь она непригодна даже для выступлений в таверне мистера Делюка. У меня в таверне отличная музыкальная программа. Барды дерутся друг за другом за право выступать в моей таверне. Сейчас это не важно, мистер Делюк. Эй, Барт, ты украл небесную лиру, чтобы играть на ней перед кучей пинчук? Хе-хе. Что значит хе-хе? Двалины с ее помощью нам все равно не призвать. Сама лира в порядке, но вот струны... Твой выход, чуземец, господи. Я не умею чинить их. Расслабься, ее не нужно чинить. Просто заряд анема в ней очень слаб. Даша, ты еще хранишь слезу Двалина? Отлично, приложи ее к небесной лире. Починка. Завершена.
Сработало, как я и говорил. Такая красивая, такая сияющая. Джин? Делать комплименты себе нехорошо. Что? Я говорю о Лире. Благодаря кристаллу, который очистила Даша, Лира перестала терять силу. Но этой силы все еще мало. Если бы у нас было больше слез, Двалина. Где мы возьмем слезы дракона? Двалин плачет по сей день. Вдали от всех исполнены страданий. Двалин? Бедняжка. Это задача не для одного почетного рыцаря. Мы будем действовать вместе. Когда мы раздобудем кристаллы, ты займешься их очищением, хорошо? Сила добра объединяется, чтобы сразиться со злом. Это так вдохновляет. Я напишу об этом песню. Эй, ты что-нибудь кроме песен вообще умеешь делать? Я же бард, что мне еще по-твоему делать? Ты такой наглый, надо придумать тебе прозвище. Придумала. Теперь Паймон будет называть тебя бродяжка. Окей, бродяжка. Просто бродяга. Мы ищем иголку в стоге сена. Это как искать смысл в разговорах с кем-то там. Полгода назад из логова Двалина было похищено сокровище. Какое же? Чашка, из которой пил Барбатос? Нет, но если бы такая чашка существовала, она стоила бы целое состояние. Похитили очень ценную реликвию. Сосуд с дыханием Барбатоса. Бывают такие сокровища? О, Пейн. Любой человек с утонченным чувством прекрасного захотел бы добавить такой экспонат в свою коллекцию. Как только о краже стало известно, Фатуи бросились искать этот сосуд. Они заполнили рынок поддельными сосудами. Я купил все, что мог. Мне было неважно, подделка это или оригинал. Так, ладно. Присаживайся, я угощаю. Чего? Ужас бури? Что ты такое говоришь? Вот умора. Эх, как и следовало ожидать, самообман не сработал. Но обо всем можно позабыть, если хорошенько напиться. Хозяин, налей еще десяток стаканов. А мы можем сесть. Угостите меня. Как мне встать? Выпьем, давай, присаживайся. А, вкусно. Ты еще спрашиваешь? Напитки, сделанные на воде из Сидрового озера, ценятся по всему Тейвану. Просто попробуй. Ох, тебе еще нельзя пить алкоголь? Не повезло. Да уж, не повезло. Так, нам нужно в храм. Пайман что-то уже там торгуется на заднем плане. Ох, ее вообще нельзя оставлять одну. Она там просто натворит делов и придется расхлебывать. Вы можете попытаться найти оригинал, и я куплю все, что вы найдете. Хорошо. Так, нам куда? Вот сюда. А почему мы не открыли вот эту штуку? Откуда нам будет ближе всего? Может, отсюда? Да. Давайте хотя бы сюда телепортируемся. Зря я не открываю телепорт, не знаю, как так вышло. Ну, простите, ребят, простите. Редко играю, редко что-то делаю тут. Попробуем. А, это нужен огненный. А у нас кто-нибудь есть огненный? Без понятия. А, на гору вскарабкаться надо. Пишите, кстати, как вам игра, нравится ли, потому что смотрит мало кто ее, но, в принципе... Я как бы играю периодически и просто решила, ну, раз играю, почему бы не публиковать, вдруг кому-то интересно будет. А так, было бы здорово знать, блин, может, во что-то другое хотели бы поиграть. Почему нет? Я за любой движ. Так, я слышу вон там кто-то. А, я с одного удара его убила? Круто, круто. Так, тут ничего.
Что-то просела игра совсем. Я надеюсь, сейчас ничего не крашнется. Так, нам туда. Какие-то бочки. Ой, денежки. А нет, не денежки. Оу, кто это там? Оу. Я не знаю, что-то как-то мне страшно. Я не очень хочу с ним бороться. Какого он уровня вообще? Так, мне здесь пришлось сделать небольшой перерыв. Так что вернулась в игру я лишь на следующий день. Потому что вот не поверите, как только я сажусь играть, сразу мне начинают все звонить, то доставка, то еще кто-то, кто мама. Я сразу же всем нужда. Но в остальное время... О, что происходит? Он сейчас будет в меня стрелять. Так. Так. Не особо много урона мы ему наносим. Но электричество вроде как на него действует. Надо ему в глаз, короче, целиться. Мне кажется, ему все равно. Ой-ой-ой. Ну, разбить он эту штуку не может. Так что мы можем, в принципе, даже не идти к нему. Конечно, 130 урона это очень мало, но я не думаю, что у нас кто-то есть, кто больше нанесет. 87. 15. Ну, 15 очень мало. Ну вот когда он так вертится, мы не можем ему в голову попасть. Так опасно мы стоим. Друг мой, ты куда? О, тем они больше. Он сел? Надо до последнего ждать, чтобы она зарядилась. Тогда, возможно, больше урона будет наноситься. Оу. Ого, как много урона мы получили. Я не ожидала. Блин. О, все. Пускай сидит. Может, сейчас надо... Я не знаю. Так, ну, так будет побыстрее. Так, теперь отходим. Берем опять нашу подругу и пытаемся попасть ему в голову. Если это вообще возможно будет. Так, он смог забраться? Хорошо, я поняла. Иди сюда. Блин. Ну, хотя бы не все в нас влетело. Так, вроде мы смогли избежать. Да, надо прятаться за этой башней, и все будет окей. Ух, какой он злой. Так, бежим опять, и, друг мой, давай. Ну, Кэнни намного больше наносит, я вам скажу, урона 25-34. 100 через Ешку.
Давай, выходи, выходи. Боже, он... 87, это намного больше. Ну, чуть-чуть осталось. Как я понимаю, этот босс по заданию, так что нам в любом случае нужно его пройти. Уж извините, ребята. Не попала, блин. А я ведь была близка. Ну, блин, я же попадаю. Все? Нет! Ладно. Главное не умереть, потому что не хочу. Я не хочу умирать. Мы сегодня играем за этого персонажа, так что будем играть до последнего. Давай, ну. Ты же уже мертв почти. Чё ты выпендриваешься? Так, мы убежали, да? О, он... Все, я поняла. Так, давай, быстрее. Почему Кью-Кью? Давай. Ну уже добей его, добей. Все. Спасибо. Задание. Как понимаю, выполнено. Слезу мы добыли. Окей. Давайте подлечим нашу милашку. У нас какое-то достижение появилось. Какое достижение? Чудеса света. Тем они больше. Парализуйся, стража. Руин. Атака по его уязвимому месту. 5 камушков дали. Так, что у нас тут? Ничего не появилось? Мероприятие. Пи-пи-пью, пи-пи-пью. Все понятно. Ах. Так. Персонаж. Покормить надо. Как покормить? Нам нужен инвентарь. У нас есть что-нибудь? Ух, это что такое? Восстанавливает персонажа, ему 20 максимального. Ага. Не хочу. Или... Ладно, давай. Почему? Предмет может быть использован только... Только на поврежденном персонаже. А, понятно. А почему так мало хп дали? Так, что-нибудь посъяснее есть? Ладно. О, тут получше. Так. Ой, зря я вышла. Нам нужно глянуть задание. Небесная лира находится в плачевном состоянии. Ага, так. А это что? Потаённые слезы, украденные слезы, пролитые слезы. Нет. Подождите. Все, я поняла. Мы не открыли сундук. Это моя была оплошность. Не ожидала, что мы найдем слезу Двалина в таком месте. Я была уверена, что моя методика сработает. Отлично. Секрет в том, чтобы не искать то, что хочешь найти. Отличный секрет. Совсем не думай о ней, и тогда эта вещь сама тебе найдется. Так, а что это такое за яйцо? Валяется просто лицо. Не уделяй поискам слишком много внимания. Освободи свое сознание, и тогда ты увидишь то, что ты ищешь, находится прямо у тебя под носом. Не очень похоже на серьезную методику. Пайман, не выпендривайся. У тебя методики еще хуже. Так, нам нужно сюда. А это что такое? Ага, что это такое? Какой-то цветок богатства. Я предлагаю потом сюда сходить, но... Так, телепортируемся. И по пути надо открыть телепорт, потому что я забываю их открывать. Там, конечно, не очень хорошо. Кто-то даже об этом писал в комментариях. Поэтому... Типа методика работает, говорит она.
Так, нам, по идее, надо идти по дороге просто, и мы найдем телепорт. Ничего, просто это странно. Почему? Не могу представить, что у Джин была черепашка, а вы можете себе такое представить, мистер Делюк? Там что-то было про черепашку, мы пропустили. Запросто. Когда я был маленький, у меня тоже была черепашка. О, это так мило. И у вас? Так, мы залезем на эту гору. Как-то телепорт не особо. Он где-то там высоко? Ну ладно, нет, высоко мы, наверное, не полезем. Только если он где-то тут. Где-то там. Ну, простите, ребят, я не хочу туда лезть. Нет. Пожалуйста, не трогай меня. У нас даже Кью до сих пор не собралась. А что наша Е делает? А, точно, у нас же есть Е, птица, которая наносит тоже урон. Достаточно много. Что это? F. Запись. Какое-то кладбище. Так, начинает подтормаживать компьютер. Из-за этого неудобно целиться. Вот скажу так, на PlayStation очень легко играет на лучнике. Потому что там идет автоприцел. И за счет этого очень легко совершать какие-то такие штуки. Так, а у нас есть огненный персонаж? Так, это у нас ветер. Ага, у нас нет ни одного огненного персонажа. Придется сменить наш отряд. Кто у нас вообще огненный, кроме Эмбер? Наверное, и никто. Ветер, ветер, лед, электро, электро. Ну и вот. Хорошо, значит, берем Эмбер вместо сахарозы. Ой. Бывает. Так, сахароза заменить на Эмбер. Если вы не поняли, зачем я это сделала, потому что вот есть какие-то красные штуки. Ага. Это вообще работает, не работает, нет? А если так? Нет? Что это? Никак не реагирует. Так, дружочек. Будем потихонечку наводить. Да, очень медленно у нее ульта копится. Да. Ей очень круто играть, если вы в компании с кем-то, в поддержке. Но так это, конечно, тяжело. Так, Эмбер. Вон, нужно зажечь еще одну фигню. О, супер. Оу, какой меч. Так, пойдем ли мы туда? Я думаю, нет. Нам нужно выполнять задание, так что... Грибочки. Еще грибочки. Так, мы... Я обещала, что... Ой, жабка, 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 жабка! Я словила? Да. Какой-то вопрос. А, я помню, мы тут пытались что-то сделать, но... Мечи это хорошо, но как-нибудь в другой раз. В другой раз. Пойдемте вдоль дороги. Нам нужно идти дальше. В общем, что я могу сказать по поводу Фишель? На ней классно играть, когда вы в кооперативе с кем-то. И она как саппорт сзади просто там наносит урон. Но в ближнем бою она просто бесполезна. Ну, только когда, наверное, ульта, она может там пронестись, и то все равно вы проноситесь сквозь противника, и потом
возвращаетесь на свою точку, либо просто перемещаетесь в какую-то другую, всё. Но другого какого-то применения я ей найти пока что бы не смогла. Давай, вставай. Ой-ой-ой! Так, идем дальше. Помогай, ну что ты возле меня? Все, я его убила? Нет! В голову нужно целиться, в голову хоть 131 урона. Кто опыт персонажа даже дается. Видимо, нужно играть периодически за всех, если мы хотим. Так, заберите слезу Двалина из сундука. Ой, ой, а я не уверена, что я хочу ее забирать. Голубок. Так, уровень 21. А вон того чувака мы можем убить, мне интересно. Мы вообще там, где надо? Боже мой! А вот этого я не ожидала. Ох, а что это они? А это кто? Не, ребят, боюсь, я тут ей не вывезу. Так, этого надо огнем, огнем я знаю. Так, где Эмбер? Так, не себя. О, нет! Так, все, меч мы подожгли. Ой, щит мы подожгли. Так, Кью. Так. Кью, где моя Кью? О, у него сопротивление против нас. Я поняла. Сколько у него? Довольно много урона. Ничего поделать, будем... А, нет, ну я же только недавно подожгла. Ну за что вы так? День наступил. Так, ладно, Кэй, это где? Ну да, у него как-то... Пойди придумай, как его тут убивать. Ну, пока щита нет, можно его бить. Потом щит появится, мы возьмем нашу Эмбер. Фишель наша уже на грани смерти, ее трогать бессмысленно. Так, все, мы его убили. А где наш друг? Походу, нам надо сначала его... Вот эту защиту надо пробить, потом уже только... Мне кажется, ничего не происходит. Где он? Ты где? Чё ты от нас убегаешь? Иди сюда, иди сюда. Я не понимаю. Я вижу, что у него есть щит, но этот щит как бы не особо
пробивается. Где ты, друг мой? Рассеивание? Почему рассеивание? Ладно. Он на нее не реагирует? Тайне? О, блин, это сразу нужно было. Блин, я поняла. Все. Все, лежи, чувак. Я не заметила, простите, ребят. Нужно почаще вот эту вот штуку юзать. Опять он себе щит. Да ты чё гонишь? Он ее убил. А как мы без огненной-то? Очень сложно. Ладно, может сейчас все-таки разобьем щит. Главное, чтобы он опять его не... Нужно не давать ему вообще встать, чтобы он этот барьер себе делал. Так, давай его тут вносит просто. Надо добить, пока он не возродился. Потому что если он сделает себе щит, мы его, блин, не убьем без Эмбер. Он себе опять ледяной щит сделает, и это будет жопа. Так что нельзя ему вообще встать. Ты не встанешь, чувак, даже не пытайся. Все. Мы молодцы. Ветка. Мне кажется, или там еще кто-то есть. В смысле, кто там кряхчет? Все, сундук есть, ничего не знаю. Я вижу, там что-то валяется. Мы что-то не забрали. Ну, я считаю, мы молодцы. Единственное, Эмбер и Фишель мы немного... Так. Они немного пострадали. Выполнение следующее движение, чтобы вообще именно карту. Это именно карта. Последний танец. Не дайте магу бездны восстановить свой щит. Оу. Да, это мы сделали. Теперь надо покормить наших девчат. Должна быть какая-то штука, которая восстанавливает. Так. Ай, курочку. Тебе. И тебе. И тебе. Все. Кэй обойдется без еды. А что это? Часы берсерка. Знаете, давайте все же прокачаем немного персонажей, их оружие, потому что, ну, совсем слабенечки. Есть что-нибудь лучше? 38. Не особо. 39. Ладно, давайте немного улучшим. Что у нас тут есть первого? Тут второго ранга есть. Вот это. Вот это. Почему мы не можем сразу выбрать? Так. Намного ли стало лучше? Ну да, да, лучше. Так. Два и ниже. Один и ниже авто. Кристаллы. Ну, пускай, ладно. 17 уровень. Подтвердить. Хорошо. Кто у нас еще там? Улучшить. Базовая атака 40. Авто. Ох, сколько кристаллов. Больше опыта, чем нужно. Следующие материалы будут возрождены. Продолжить, да? Типа максималочка. С 40 до 102. Ну, окей. Так, ну и себе улучшим. Приступить, подтвердить. Новый уровень с 39 до 94. Окей. Ой, видите, там что-то было
Возвращение оружия. Какие-то штуки. Ничего не понятно. Так, и кто? Давайте у тебя лучше. Атака 81. Уже неплохо. Приступить. Подтвердить. Тоже уровень 20. 109. Окей. А мне показалось, или нам показывают... А, нет, ранг приключений. Я поняла, нужен 15-й ранг приключений, чтобы там что-то у нас получилось. Ну что, сейчас проверим, насколько мы стали круче. Так, это нам все нужно, мы потом приготовим. Привет, друг. Как-то не особо я чувствую. Не, мы тут лучше не будем стоять. Оу, ее. А, R, это, кстати, автонаведение, я вижу уже. Раньше не видел, но как-то оно не работает. Я нажимаю R, и ничего не работает. А, нет, работает. Или не работает, я не понимаю. Где их оружие? Ладно, Фишель. Мы обещали, что будем играть в Фишель. Просто, блин. А вот оно просвечивает, но я не понимаю, что это значит. Ну, стало лучше. И быстрее ультимейты стали копиться. Почему она заговорила мужским голосом? Или это наша птица мужским голосом заговорила? Как прикольно она делает, когда вызывает птицу к ножкой. Конечно, логичнее было прокачать оружие до того, как мы шли на босса, а то мы пол игры сейчас босса убивали, и серия будет ни о чем. Ну, простите, ребята. Каждый раз захожу в игру и думаю, что я прокачаю оружие, но, как видите, у меня голова не варит. Я забываю это делать. Так, все. Забираем наше добро. Эти сферы. Что-нибудь еще нужно сделать или нет? Мы, кстати, можем этот факел зажечь? Оу. Оу. Мы очистили какую-то штуку. Походу, ту штуку, которая была позади нас, нет? Давайте сходим, ну просто ради интереса. Там же эти мечи были крутые. Хоть посмотрим. Нет, значит нет. Да, что-то снялось, но не до конца. Видите, три уровня защиты, значит это просто был первый уровень. Там что-то происходит, мы туда не пойдем. Так, нам нужно не туда. Ребят, нам нужно куда-то вот туда, вдоль дороги. Значит, будем... А что это было такое прикольное? Сосновая шишка. Находили ли мы сосновую шишку? Что это такое там? Что это? А, ясно. Один отвлекся, один нет. Так, Фишель, ты где? Я забываю, что мы сегодня тобой играем. А что тут? Морковка. Окей, у нас ульта готова. Зачем? Зачем? Просто зачем? Ладно, давайте. Раз использовали, надо уже бить.
Куда ты ползешь, друг мой? Пытаются ползти и биться, и все это одновременно. Что-нибудь там выпало, нет? Ерунда какая-то, короче. Нам вот эти камни нужны, кстати. Камни еще пойди разбей. Нужно будет зайти к кузнецу в конце серии. Может, что-нибудь сможем прокачать. Так, я хочу сюжет. R для отслеживания. Мы Веры? Или мы с Веры? Я читака еще та. В общем, не знаю, будем мы заходить, не будем, как бы уже много проиграли. Ой-ой-ой! А, так, стоп! Что происходит? Что это за сфера еще такая сильная? Нет, я все равно, наверное, на него. А нет, не все равно. Ой, зачем ты нашего чузика трогаешь? Он огненный, значит, нам надо взять Кэй, по идее. Да. Он не особо хочет с нами сражаться. Я не знаю, откуда это вообще ерунда вылезла. Почему она не хочет с нами сражаться? Может, она хорошая, мы ее тут... Фишель, помоги. Все? Я без понятия, ребят, что это было, но предлагаю на этом закончить серию. Серия странная, серия короткая, сори. Просто очень долго бились с этим чувачком. Ой, мероприятия тут какие-то показывают. Твой забег, археолог. Путешественники смогут испытать фиксированные отряды персонажей на определенных уровнях. По завершению испытания путешественники будут ожидать соответствующие награды. Чтобы зайти на страницу событий, нажмите клавишу F5 на ПК. Компас в правом верхнем углу экрана на мобильном телефоне. Или удерживайте L1 и выберите компас на колесе быстрого доступа. Пи-пи-пи-пи-пи. Короче, прикольно играть в Фишели. Классно, что мы ее прокачали. Думаю, периодически будем ее использовать. Особенно, когда начнем играть в кооперативе. Так, на почте ничего нет? Ничего нет. А на этом, думаю, будем завершать серию. Пишите, нравится ли вам вообще этот персонаж. Кем будем играть в следующем. А на этом все. Всем спасибо и пока.